Всем привет, с вами Владимир Сидоренков, Международная академия заточки ADEMS. Сегодня хотели поговорить с нашим учеником, ну, то есть оставить видеоотзыв по окончанию обучения. То есть сегодня у нас пятый день, ну, все как бы необходимые моменты мы обговорили, прошли, записали в тетрадях, потрогали, попробовали. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Игорь Листопад, город Копейск. Прекрасно. Скажи, пожалуйста, то есть когда ты приехал сюда, то есть какие твои были ожидания? Ожидания? Ну, то есть в чем-то ты там, ну, были же какие-то, может быть, сомнения, то есть получится, не получится. Ну, да, есть... сомнения были. Сейчас, в принципе, они как. Ну, а как... какие были сомнения? Что пяти дней да будет мало. У меня, может, ничего не получится или еще что-то, но все равно как-то, ну, сказать, что уверенно уже что-то делаю, нет такого, но все равно это все надо тренироваться и тренироваться, да. С практикой все придет, как бы азы вот это все есть. Ну, прекрасно. Ответил я на твои все вопросы. Ну, да. Как бы по теме, по всем тем, как, ну, как бы инструментам, которые мы с тобой прошли. Да. То есть какие мы с тобой инструменты пробежали? Маникюрные кусачки, парикмахерские ножницы, филировочные вот эти, конвикс, классика. Да, там много инструментов. Там. Ну понятно. Насколько ты сейчас в себе почувствовал после прохождения курса силы для открытия мастерской? То есть появилась ли у тебя уверенность, что ты это сможешь и что ты сможешь реально зарабатывать деньги? Да. Появилось. Я приеду в город, я это сделаю. А кто ты, ну, как, ну, кто ты по профессии и почему вот у тебя возник вопрос, точнее, не вопрос, а почему у тебя возникла потребность в обучении? По профессии я газорезчик. Решил это сделать, потому что, ну, состояние здоровья мне не позволяет работать на заводе там. Ну и в принципе и заработок все равно больше нужен и всякое такое. То есть ты видишь в этом больше заработок, да, нежели чем ты сейчас зарабатываешь. Да. Ну, то есть можно я скажу, сколько у тебя сейчас зарплата? Да. У тебя сейчас 35 тысяч рублей. Да. Да, то есть в месяц. Соответственно, ты планируешь, ну, то есть, как бы вот тебе по твоим меркам, как бы, ну, по меркам города, семьи, то есть, ну, вот ты на какую сумму вообще хотел бы выйти? Ну, хотел бы выйти, ну, может, рублей так. Тысяч. Тысяч. Да. 60-70. То есть тебя бы это вполне устраивало? Ну да. Для нашего города, в принципе, нормально. Но ты понимаешь, что на этом не надо останавливаться. Ну, да? Конечно, да. Вот. То есть какие станки ты приобрел? ADEMS Full Drive, ADEMS Pro и ADEMS From Plate. Front Plate. Да. Да. То есть и как раз ты эти станки приобрел до начала обучения, и мы с тобой прошли как раз на твоих станках. Да. То есть насколько тебе это, ну скажем так, понравилось, или насколько ты теперь, ну как объяснить, то есть тебе это понравилось? Да. Тебе это понравилось. То есть в этом огромный... То есть как бы разобрали все станки, сразу посмотрели, да, все. Да, 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 да. То есть мы прошли обучение на станках, которые Игорь до обучения приобрел, вот, и, то есть, соответственно, у него теперь не возникнет вопросов, то есть, с какой стороны к нему подойти, потому что все равно, когда, например, ученики, да, покупают, ну, как вот у нас, да, проходят обучение, потом они уезжают домой, покупают станки, и возникают вопросы, то есть, ну, после обучения, что как его настроить, или я забыл, да, или там напомните мне. А сейчас у нас получилось, что мы там оклеили все шкурки, да, установили, там, насыпали порошок на планшайбу. То есть, ну, по крайней мере, это все попробовали, и при этом мы на этом, на всем поработали. То есть, в этом есть огромный жирный плюс. Да. Прекрасно. Ну что, я могу тебе пожелать только огромных, мощных успехов, да, то есть в открытии. После обучения в течение месяца я готов ответить на все твои вопросы. То есть по истечении месяца мы здесь уже будем смотреть. То есть у нас как бы эта услуга платная, но мы в любом случае, точнее в любом случае у тебя они возникнут, наверное, только в течение месяца. Да? То есть как только ты уже начнешь набивать руку практику, то в принципе все вопросы уходят, ну, на задний план. Единственное, что если возникнут какие-то там глобальные моменты, то ты можешь там прислать фотографию, WhatsApp, Viber, да, я отвечу на все твои вопросы. Я тебя поздравляю. Спасибо. Вот. Всем пока. До свидания.